Друзья, мы находимся просто в новом и уже, не побоюсь этого слова, лучшем вело-кафе Москвы. И с нами Антон, Антон Павлович, одном Антон Вьетбой, как я его называю. Привет, Антон. Привет. Вот, ну, собственно, расскажи, где мы, что мы, почему мы об этом месте. Ну что, Фил, открыли новый формат. Такого еще здесь не было. Не, может, было, но, по крайней мере, сейчас нету точно. Это место, где можно купить велосипед, купить велоформу, договориться о каких-то там велотренировках. То есть у нас очень профессиональные ребята этим занимаются. Но помимо этого, можно покушать, выпить кофе, провести время, просто потусоваться с единомышленниками, встретить гонку. Не знаю. Ну, такое вот это. Но это антиспорт или это все-таки спорт? Ну, это мы считаем, что любой спортсмен, профессионал или любитель может выпивать, если хочет. И ничего страшного в этом нет. У нас нет крепких напитков. Мы сейчас работаем только с сидром от наших, кстати, друзей, сидр Пижма. И с пивом. На крепкое мы пока не хотим вообще вот так подниматься, уходить, напаивать. Это как бы. Где мы находимся? Находимся в Делука кафе Бичиклет. Не, бро, это я понял. Территориально, чтобы велосипедисты и зрители знали, куда ехать. А, ну ориентир — это станция метро Спортивная, там, который выход не КМЦК, а вот другой. Вот прям рядом. Прям вот вообще. 20 метров, да. А помимо тренировки, помимо велосипедов, велоформы, какая программа еще ждет посетителей? Ну, сегодня мы вообще тусовку делаем в честь открытия. Зовем всех, все приглашены, будут, придут. А сегодня знакомство с новым местом. Да, да. Трансляции планируются? Да, 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 конечно. То есть подключили там все возможные функции платного Евроспорта, чтобы там можно было там GoPro, которые в шлемах у них там встроены, там с этим там, с пульсацией там крови слушать вот это все вживую. И станки еще подкрутим. Подкрутим. Ну, типа, знаешь, чтобы смотреть Тур де Франс и ощущать нагрузку такую же на велосипеде, как тебе. Только на роллерных станках. Мы их под углом сделаем, чтобы ты крутил, скатывался, но все равно старался крутить. Короче. Ну, в принципе, я узнал все, что я хотел об этом месте. Здесь наливают просто воду. Вообще, ты такой терминатор сейчас. Я прям это видео хочу смотреть. Ой, да, вода бесплатная, конечно, вообще. Туалет есть? Присутствует. В принципе, все это делает любое заведение уже очень популярным и востребованным среди велосипедистов. Ну и давай какое-нибудь спортивное напутствие. Хочешь ездить как профессионал? Езди больше. Полностью согласен. Ну, на этом все. Можешь кулачком сейчас в камеру так вот бац сделать? Мы там склейку крутую сделаем. Вот так или вот так вот? Не, прям кулачком, типа врежь ей. Вот такое у нас было супер острое включение из кафе Де Лука Бисиклета. Надеюсь, вам понравилось. Пишите, что вы думаете о таком нереальном формате GoPro. GoPro — это круто. До встречи на дорогах и все. Пока.